основные памятники истории культуры столицы. Это было самое дорогое. Московская экскурсионной программе по Москве. На комфортабельном большом экскурсионном автобусе в сопровождении опытного экскурсовода, который покажет и расскажет вам об автобусах, памятниках, истории культуры нашего города Москва, историческая и Москва современная. Ну, часовой автобусный обзор на экскурсии можно. Очтите награды великого полководца. Километров, будет по улице, проедем.
пожалуйста, нормально. Есть подводья. Думаю, Романовы пути, боятся какой-то памятник или найдем. Побываем на Софийском Корсе, несколько мы его спинали, так увидим классическую панораму для меня. Вот Пермский, Благовещенский, Архангельский. Зачем мне так по уровню такая? А как? Вот так делай защелку. Так, ну. Грибняк. Нет, за голову я прячу.
treat, I was hoping. You've already taken pictures of that, haven't you? Yeah. Yes. Internal mechanism. Go further down to the atmosphere. Ну а для тех, кто еще отдыхает, напоминаем, что поезд прибывает в северную столицу в 7 часов 55 минут. Сотовые телефоны. Красная стрела прибывает в северную столицу Санкт-Петербург. Мы всегда рады видеть вас в нашем поезде. Вас обслуживала Санкт-Петербургская бригада проводников, начальник... Transport from Moscow to St. Petersburg to the territory of the port is by Peter Gray as early as in 1724. And please remember all the thank you.
Степан Олесь, тебя что-нибудь делаешь? Thank you.